Что мне нравится в полуавтоматической воронке? Вот, друзья мои, что мне нравится в этой стратегии, в этой технологии, что мне действительно нравится? Что мне нравится в полуавтоматической воронке? Первое. Я не трачу время на поиск своих клиентов. И те затраты на рекламу, которые я делаю, они окупаются сразу, буквально через день, через два. Когда мы выстроили эту воронку привлечения, мы уже нанимаем сторонних специалистов, которым говорим, что делать, и не занимаемся рутинным трудом. То есть я получаю заявки на консультации буквально десятками в день. Почему? Потому что у меня выстроена эта полуавтоматическая воронка, и я постоянно ее обновляю. Я постоянно пишу что-то новое. Мы открываем новые каналы, мы занимаем новые ниши, да? Мы растем, потому что нам позволяет это высокие чеки от наших клиентов. Нам это позволяет то, что сейчас многим не под силу. То есть, когда у нас настроена, с одной стороны, воронка привлечения, а с другой стороны, мы нанимаем сотрудника, который к нам уже стоит в очередь. Они видят нас, потому что мы в интернете уже с каждым днем все больше и больше знаменитостей. Мы можем решать проблемы клиентов и наших исполнителей. Одним нужна работа, вторым нужно качественное исполнение. Мы, как посредники, помогаем решать, помогаем взаимодействовать между тем, кому нужно решение, и тем, кто может помочь им в этом решении. Нам не надо писать статьи, думать какие-то там, не знаю, ломать голову над идеями, над тем, нанимать там контент-мейкеров, понимать там контент-план, потому что мы получаем идеи для новых роликов, новых каналов, именно с наших каналов, от наших зрителей. И я вам, вы видите полную прозрачность того, что мы делаем. У нас открыты оба канала, и школа видеоблогеров, и школа фриланса. У нас открыты, мы показываем на своих каналах, потому что я уже 3 года назад я предвидел, что у нас будет вопрос: покажите нам, как вы делаете. И я понимал, что ни один клиент не скажет: я разрешаю вам брать мой канал и показывать все. Нет. Поэтому мы сделали свой канал. В то время, когда наши конкуренты, они говорят: я не могу показать каналы своих клиентов, и мой не могу, у меня нет времени. И мы отстраиваемся, потому что мы можем брать десятки наших каналов, мы можем показать, что мы каждый день ведем прямые трансляции, мы можем показать, что мы действительно эксперты и специалисты верхнего уровня. И у нас полная прозрачность и предсказуемость результатов. Мы ничего не скрываем от клиента, мы ему показываем все от процесса, даже больше того, мы в начале целый месяц объясняем ему, что мы будем делать и что он может делать сам, а что может делегировать. Поэтому, что мне нравится в полуавтоматической воронке, это то, что я минимизирую свое участие в ней. Но это не автоматическая воронка, это полуавто, то что я все равно в ней участвую и я все равно в ней присутствую. Надоело смотреть чужие истории успеха? Создайте свою.